На пути к своей цели ты встречаешь много трудностей. Посмотри на этих ребят. Они преодолели себя. Намного целеустремленней, и у них желаний намного, наверное, больше. Я все не мог залезть в большую воду, потому что боялся глубины. Тренер мне сказал, если ты не прыгнешь в воду, не будет ни мечты и ничего, ни побед, ни целей. Но я прыгнул и поплыл. У всех всегда все получится. Главное вот верить и идти к этому. Воля. Стремление. Твердость характера. Готовы? Шли. Упорство. Ну, пришла в спорт я в далеком 2001 году на очередных детских соревнованиях среди инвалидов по зрению. Первая моя олимпийская медаль как раз вот стала на первых моих паралимпийских игр в Греции 2004 года на 1500 метров. Поначалу было сложно, хотелось даже, если честно сказать, бросить, потому что я постоянно проигрывал, а по характеру я не любил проигрывать. Но понимал то, что если я брошу, это будет окончательная проигрышная не битва, а война. Себе бы я этого не простил. Люди с ограниченными возможностями – это, наверное, самые сильные люди, как и психологически, многие физически. Детей с ограниченными возможностями не надо держать дома, на диване, чтобы они лежали там. Занимайтесь спортом, не пейте, не курите. Ведите здоровый образ жизни. Люди, которые попали в мое положение, когда они, там, допустим, были здоровы, или приобретенные инвалидность, или родились с инвалидностью. Эти страхи надо преодолеть, выйти. Именно сложности и трудности закаляют человека добиваться, перетерпя вот эти все трудности и сложности, тем будет слаще их награда в том, что они добились и они живут этим успехом. У меня есть ряд таких примеров, как Игорь Плотников, это двукратный паралимпийский чемпион. Он без рук, без плечевого, как говорится, пояса, который меняет на газели колеса. Приходите в спорт. Приходите в активный образ жизни, туризм, физкультуру. У кого что? Надо найти себя, а для того, чтобы найти себя, надо выйти в общество, в социум. Нас, как правило, закаляют вот именно тот момент, когда, казалось бы, это невозможно, но мы к этому идем, и многие добиваются своего. Ничто не должно останавливать тебя на пути к цели. Верь в себя. Используй свои возможности на полную.